Итак, начинаем наш рассказ о пополнении нашего натюрмортного фонда с помощью блошиного рынка «Фломарт» называется, в городе Калькар. Лена, смотрите, что мы купили сегодня? Смотрите, это все, вы себе не представляете, как дешево стоит. Даже 1 евро, даже 1,5 евро. Посмотрите, какие красивые, старинные, все с печатями тарелочки. Это все, что нам надо для нашего натюрмортного фонда, для нашей мастерской. А вот какая, посмотрите. А, вот что-то не могла пройти мимо лебедя, тоже 2 евро, по-моему. А ведь что он... там написано сзади? Ой, это надо лупу, но то, что это немецкий и 37-го года. О, представляете? Представляете? И вдруг смотрю, вот какие-то туфельки, посмотрите, какие. Они тоже пригодятся для того, чтобы рисовать женские натюрморты. Балетки такие неношенные. И, конечно же, Фраже. Тоже. Фраже не могла пройти мимо. Ну, Фраже уже подороже будет. Сколько там Нет, стоило? Вот веришь? 15 евро, вот да? Это 5 евро. Все остальные ложечки 10 евро. Тоже все с печатями. Вон, 37-й год. И представьте себе, вот такая ложечка тяжеленькая, и вот такая вот чашечка. И все. Это будущее наши натюрморты прелестные. Вот. И, конечно же, благовония Нагчампа, которые избавляют вашу мастерскую от плохих духов, которые иногда залетают, да, их надо выгонять с помощью благовоний. Там же на блошином рынке. Да. И виноград там же. Виноград. Вот куплен. Смотрите, к любой тарелочке ложите виноград, и вот у вас уже построенная композиция. Туфельки туда не пинают. Да, туфельки убрали. А вот тарелочка, виноградик, Фраже, и, чашечки. Да, и буквально на маленьких натюрмортиках вот можно делать большие денежные потоки. Замечательно. Главное научиться рисовать виноград.